Добрый вечер, Даниэль. Небольшие предтестовые проверки. В общем, это у нас новая зажигалка электрическая. Она себя лучше зарекомендовала, чем та, которая была. Наш газовый кран, я его решил все-таки в данный опыт уже поставить. Имитатор лямбда-зонда. Имитатор, даже не имитатор, а управление газовым краном. Мы можем им управлять как вручную, так и с помощью кода. В данном случае пока я буду кран открывать вручную. Ну и соответственно наша турбина. Я думаю, по громкости скорость турбины вы услышите. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все у нас будет работать. Вот наш кут. Это у нас продув. Закрылись оба крана, газовый кран и отключился электрод. Затем рожек. Также идет постепенное открытие или закрытие скорости турбины. В зависимости от показаний лямбда зонда будет изменяться скорость турбины. Вот я сейчас вручную буду изменять показания. И наоборот. То есть он сам будет подстраиваться в зависимости от показаний лямбда-зонда. С плавным увеличением скорости. Таким же образом и наш шаровый кран будет регулироваться. То есть сейчас он у нас полностью закрытый. Также цифры мы увидим. То есть я сделал его до 20% открытия. Вот, вот он у нас максимально открыт. Но даже этого открытия для нашего опыта будет очень много, потому что в прошлый раз мы еле-еле подавали газ. Итак, вот наш открытие-закрытие газового крана. Соответственно, чем больше газа, тем больше поток воздуха будет, точнее, тем будут изменяться показания у лямбда-зонда. И, соответственно, он нам будет выдавать разные показания, и, соответственно, турбина будет реагировать. Ну, вот такие опыты на сегодня. Завтра будем тестировать.